случайно в кадр попала девочка Юля, которая сидит, между прочим, за нашим столиком. Но, тем не менее, очередной репортаж сегодня. Мы уже 200 раз обещали, что мы сегодня ничего не снимаем. Но, во-первых, динозавр, он меня, сука, смущает. Во-вторых, номер столика 45. 45-й год. Тот, в котором мы победили. И мы сегодня поем те песни, которые восхваляют, помимо того, что победу и Чановского день рождения, наших дедов. Посмотри, сделай так, чтобы все было видно прекрасно, что темно, на Кипре ночью хорошо. Вот, видишь, есть люди живые, пальцы видны в камере.